Спасибо, ребята! Сегодня с вами Максим, и вы на канале Супер Макс Пэй. Сегодня будем играть в Roblox. Мы будем избегать от Барри Вонючки. Да. Мы будем играть на легком уровне сложности. Да. Будем играть на легком уровне сложности. Давайте от третьего лица. Да. Вот так вот. Мы тут появились. Тут Барри Вонючка. Да-да-да, мы тут появились. У меня тут что-то с этим не очень. Хорошо, показываем счастливчиков, которые попали в это видео. Да, сразу показываем. Тут у меня друг еще. Да, у меня тут еще друг, хорошо. Угу. Забираемся на лестницу. Тут у нас монетки. Угу. Хорошо. Идем, идем, идем. Ой. Не туда упали. Да, идем. Хорошо. Мы здесь... Да что такое? Я не знаю, почему. Но здесь, кстати, у нас появился ноутбук... Ой, телевизор такой. Ой, я нечаянно стул уронил. Вообще. Хорошо. Мы идем, идем такие... Опа. О, монетки. Да, здесь, похоже, какое-то обновление вышло. Да. Друг, стой. Го вместе. Так, го вместе сбегать. Го вместе сбегать. Да, мы тут с Савой сбегаем вместе. Я видос снимаю. Хорошо. Сава, я не знаю где. Он, похоже, выбрал себе сложный уровень сложности, потому что я там знаю, что там внизу там. Ок. Ага, вот, Сава, поднимайся, поднимайся, вот. Он, конечно, у меня покажется на воздухе, да, но он тут поднимается, да. Мне еще выключить надо бы звук, чтобы не мешало. Да, Сава, давай, поднимайся. Ой, да, ко мне иди. Ой, ха-ха, ой, ха-ха. Ура, ребята! Да-да-да. Мы прыгаем по этой, по этим, да, наконец-то, друг мой, ой. Он упал. Да. Еще извините, если я буду делать вот так вот хрипеть. Просто у меня как будто что-то еще с горлом случилось. Вот. Мы ломаем эту. Сава тоже давай ломай. А, у него, наверное, лазер, да? Не буду спойлерить. Не буду спойлерить, что будет на харде. Да, не буду спойлерить. Мы потом будем тоже проходить. И Сава упал, потому что у него более сложный уровень, чем у меня. Да, давай уже ломай. Я вот тут уже сломал. У меня нету лазеров. Вот, типа доказательства, давай. Бери. Ага. Вот, бери. И вот сюда, вот так ломай. Вот. Давай. Все, вот, у него есть. Давай, прыгай. Вот, ребята, наконец-то. Наконец-то, наконец-то. Ой, мы тут от бары. Ой, тут какой-то чувак купил себе штуку. За мной уже Барри бежит. Он меня поймал. Так, за мной, да, Барри. Ой, вот сейчас вот. Опа! Барри! А, нет! Ко мне тут зашел друг. Угу, я тут от я тут от Барри бегаю. Так, так, так. Давай, давайте, давайте. Опа! Мы ждем, как всегда, Саву. Ага, мы ждем здесь. Ой, тихо. Саву мы уже подождали. Как это? Ой, меня девочка столкнула. Ну, не столкнула, не знаю. Как это? Можно сказать. Да. А мы, как всегда, бежим. Да. Барри нас уже потерял. А у меня вопрос, где Сава, конечно? У нас здесь очень много монеточек. Кажется, Сава уже убежал. А где Сава-то, я не понимаю. Ну, давайте тогда без него. Я не знаю, где он, конечно. Ой, а, тут тоже надо вот этим. А я думаю, зачем нам это еще это взяли? О, Сава. Так, давайте откроем все кабинки. Вот, туалет. Эти. Угу. Я, кстати, прохожу уже 5 минут. 45 секунд. Да. Ой, мы попали тут в лавовую эту. А Захар... Ой, ну, короче. Да. Друг.
Так, хорошо. У нас здесь дощечки. Смотрите, какая лава. Ой, у нас только одна дощечка сломанная. Вау, здесь сколько... Здесь набор этих монеточек. Да, давайте звать Саву. Он упал. Итак, ребята, Сава что-то где-то здесь. Ой, я сгорел в лаве. Я не понимаю, у него читы или мне кажется? Здесь, кстати, можем монетки еще собрать. Я не знаю. Как будто у него что-то по-другому тут все. Сава, пойдем. Здесь по-другому сделали. Вау. Ничего себе, тут реально обнова. Я давно в баре Вонючку не играл. Да, я давно не играл в баре Вонючку. Успеем монетку взять? Нет, я боюсь. Ой-ой-ой, так, хорошо. Нас сбил мячик. А я успею добежать? Сава там уже на вторую. Ну, я не успею. Я не успею добежать. Может, попробовать добежать? Нет. Итак, ребята, я написал Саве, чтобы меня подождал, потому что мы вместе проходим. Забираем еще одни монеточки. А, вот, Сава меня подождал все-таки. А где тут? А, стоп. А он... А это глюки? Точнее, это не прогрузилось или мне кажется? Что здесь надо делать? Вау, здесь реально сделали обнову какую-то. Он меня подвисает. Мне второй раз заходит мой друг. Здесь есть где-нибудь мешочек с монетками? Так. Фух, все. Вау, здесь реально сделали какую-то потрясающую обнову. Давайте, чтоб я хотел попробовать. Запрыгнули ли я на вот эту деревяшку? А чего он такой медленный? Я не знаю, почему он такой медленный. А, здесь монета была, оказывается. Я и не заметил. Сейчас бы не забрал бы. Давайте. Где Сава-то? Я не понимаю. Где Сава? Он же наверху, я понимаю. Я так понимаю, он наверху, наверное. Наверное. Ага, забираем монеточку и идем. А Сава реально не наверху. А, не стоп. А где он? Я, конечно, не знаю, где он, но я хочу его видеть. Ой, как бы мы вместе проходим. У меня почти каждый ролик мы вместе проходим. Так. Да. Не понимаю, конечно. Мне кажется, Сава, давайте все-таки подвинем эту штучку. Мне кажется, Сава, он уже наверху, да? Может быть, он наверху уже. Хопа. Нет, он не наверху. А где он тогда? Сава, ты где? Ой, кстати, давайте посмотрим, что это такое за дверь. Не понимаю, что у меня с голосом. Так, хорошо. Мы выпили вот этот энергетик. Ой. А, что теперь так надо? Так, мы теперь стали... Да ё-моё, что такое? Мы теперь стали быстрыми. Я хотела попробовать назад возвращаться. Так, я хотела назад это попробовать. Да. Назад пробовать. Блин, я жду Саву. Давайте пока что без Савы проходить, потому что время-то тикает. Ё-моё, ну я проиграл. Ладно. Может быть, это как там? Я не знаю, если честно, где я уже запинаюсь. Если на заднем фоне будет слышно звуки, разговор, я не знаю. Извините. Именно из-за этого я что-то тут так запинаюсь. И вот. А здесь можно там? А в пасхальном обновлении я помню, что вроде бы можно было. Ой, фу, я на вас нечаянно, извините. В пасхальном обновлении там вроде бы яйца были, да. Можно было собрать. Ну, это... Я смотрела видео.
Как бы да. Мне интересно, где Сава? Интересно, что будет, если подвинуть? Ничего себе. Ладно, вот здесь уже новое сделали, здесь дверь была. Ребята, я не знаю, слышно ли разговор, потому что я слышу. Я слышу. Вот сейчас было вроде бы громко. И вот сейчас, ребята, если... Ой, если были, извините. Я сказала тихо, ладно уже. Где здесь монетки? А, я же видел монетку. А, вот. Давайте спиной тогда, потому что так я не пролезаю. Давайте вот сюда вот поставим. Я уже знаю, я проходил Барри Вонючку, когда он был... Это... когда он был обычный. У меня вопрос, где Сава-то? Я не понимаю. Мы вообще вместе хотели проходить. Но, кажется, уже не вместе будем проходить. Вау, здесь, вспомните, кстати, здесь было... вот эта лестница, а сейчас был вот типа ступенька, вот такая, ну как можно сказать, не было вот такой вот ступеньки, вот такой вот ступеньки не было. Что тут? А, что, можно лестницу с собой взять? А, нет. Да, все равно не понимаю, где Сава, конечно. Вот сейчас вот, блин, там разговор, извините, здесь монеток много очень, достаточно, очень много. Да. Ой-ой-ой. Ну, вы можете понять по моему голосу, то что... Ну, во-первых, у меня горло там чуть-чуть так болит, а во-вторых, то что, когда я так говорю, типа, пытаюсь думать, то что этот разговор не будет слышен. Нет, там ничего нет плохого, просто на видео, вы понимаете, там звуки там посторонние, это как-то не очень. Я надеюсь, на видео не будет. Да, надеюсь, не будет. Я потом видео там все выскажу после видео, конечно, скажу. Чё вы разговаривали? Я же сказал, не разговаривал. Ну, я сказал, ой, что-то чат тут, ой, Телеграм. Да, я сказал уже не надо громко разговаривать. Ладно, не ну хорошо. О, монетки еще. Да. Да. Мне реально почти в каждом видео. Вот. Ладно. Пропустим, пропустим. Я надеюсь, этих звуков не будет слышно. Уже 16 минут ролика у меня идет. 16:36. Для вас это может быть не 16:36, потому что я там какие-то моментики обрезал, когда Сава проходил. То, что вам бы не очень было. Ой, вам бы не очень было, я уже забыл, вам бы не очень интересно было, как он бы проходил бы. Именно поэтому я эти моментики обрезал. Потому что тем более еще видео будет длиннее. Хотя у меня в предыдущем ролике там было 21 минута с чем-то. Ой, не с чем-то, а 21 минута, да. И секунд сколько-то тогда. О, монетка, монетка. Тихо. Я надеюсь, я все монеты собрал. О, ага. Здесь, кстати, я не знаю, можно ли кому-нибудь спойлерить, но просто на сложном уровне сложности тут лазеры будут. Ну, может быть, что-нибудь изменится. Так, наш любимый повар. Да. Я надеюсь, я его выиграю. Кстати, сейчас он вроде бы бегает по-нормальному. Хотя он, кажется, мне стал что-то. А, у меня не прогрузилось сразу. Давайте хоть монетки соберем. Нет, он меня. Ну я разучился играть. Вы же понимаете. Ну нет, что ты мне все портишь? Ой. Я не туда. Нет. Смеется еще. А, у меня бажука осталось. А, теперь сложнее будет. А что, мне можно было выйти? А, нет, я просто думала, там выход открыт. Это, кстати, стало... Ой, а что так легко? Стало, кстати, легче. Ой, тяжелее. А мы получили монетки. Понятно все.
Тут есть тоже монетки. Сейчас мы скатимся с горочки. Базука у нас осталась. Кстати, у нас только от первого лица, да. Ну, это понятно. Уй, а сейчас я приземлюсь, да. Я не знаю, на компьютере и на планшете будет так. Наверное, все-таки нет. Прям в старом баре не было так нельзя было так приземляться. Да. Что-нибудь здесь изменил? Ой, не надо базуку доставать. Ой, ага, да, не надо базуку оставлять, ага, доставать, потому что у меня от первого лица, да, от первого лица, ой, что-то я реально разучился играть, хотя это достаточно легкий уровень, так, да, достаточно легкий уровень, угу, так, ой, так, ставим ставки, пройду ли я или нет. Прошел, есть. Кстати, не бойтесь, если вы думаете, что вы упадете. Нет, вы будете так болтаться, пока вы не упадете сюда. А что будет, если... Ну, вроде бы... Я не хочу, конечно, проверять, но... вроде бы вы упадете в самый низ. А, вы не упадете в самый низ. Мне повезло. Да, вам тоже повезло, если вы... Если вы думаете то, что вы пойдете вниз, но нет. Это мой друг? Сава вышел. Ну, ребята, проходим. Одни проходим, да. Короче, тут изменилось. Ой, я нечаянно базуку взял. И тут изменилось, кстати. Ну, лайфхак, я не знаю, может, все уже, наверное, знают его. Да, я нечаянно базуку достаю. У нас остаются эти предметы. Да, монетки собираем. Сейчас у нас будет сражение с Барри. Нет, вот это минус. Вот сейчас как будто мне стало тяжелее. Хотя я привыкну, я надеюсь. Тихо, тихо. А что будет на сложном уровне сложности? Я не помню, я вроде бы не прошел. Помните, где там мячик катался? Ой. И я на сложном уровне не мог его пройти. Он просто как будто быстрее, да, реально. Начал. Ага, ездить. Да. Именно на второй плитой. Когда я хотел финальную, да. Ничего себе, тут тут машина изменилась. Ничего себе. Ой. А тут монеточек нету? Нету. Ничего себе, тут изменилось. То есть я теперь по суше могу ездить? Дрифт какой-то. Я надеюсь, здесь монеточек не будет, потому что, ну, я не хочу. Ну, не... Вау. Что это за... Что это за прикол? Вау! А давайте попробуем сходить в это. Что здесь такое? А что это такое? Вау! Получите мусор здесь. Да. Короче, мы не будем на это тратить какое-то время. Да. Не будем тратить на это время. Стоп. А, получите мусор. А как? А как туда залезть? Кто-нибудь знает, как туда залезть? Так, хорошо. А я не понимаю, как туда залезть. А, мусор надо таскать. Я не знал, как это делать. Ну, я знал, как... знал, что мусор что-то таскать надо. Зачем это? Но я не знал... То, что этот мусор понадобится. Ничего себе. Ну, это обновление вышло. Надо потом почаще играть такие игры. Она у меня в фаворитах. Ну, не в фаворитах, а в избранных, да. Вау, вот это прикольно придумали. Просто. Я сначала вообще не понял. Хорошо, что я решил пойти в эту... В эту заправку. А, тут хитро сделали, тут нельзя. Ну да, тут хитро сделали, тут невидимая стена. Просто хорошо, хорошо.
Молодцы разработчики, Барри, Вонючки. Мы, кстати, поиграем. Я вам в конце видео скажу, какой там еще Барри, Вонючка есть. Вы просто будете в шоке. Но это мы не сразу будем. Нам еще надо сложный пройти уровень и лавовый уровень пройти. Да, потом уже Барри, Вонючка другой. Там прикольно будет. Мы летим на вертолетике. Да, летим. Да. На вертолетике. А здесь мы как, если да, я тут становлюсь полицейским. Здесь можно купить. Папа пицца тут можно купить. За робаксы. Сколько здесь? 500 робаксов. Да, прикольно. Прикольно. Да, здесь можно тут. Что это? А, это девочка, которая прошла первой? Или что это? Ага, 602. А что это такое? Так, ребята. А. Копкоинов. А, копкоинов. Копкоинов. Капкоинов. Капкоинов. Значит, я на пятом месте. Капкоинов? Это типа деньги? Только у меня же 503 вроде бы. Ой, 533. Ну ладно. Хорошо. Здесь есть эти. Ага. Где можно там... Низкая гравитация? Да. Где... А, я думал, я не вернусь назад. Ой. Так, Что такое ску? Я вижу лавовый уровень. Ага. Я вижу всю карту. А чё так красиво? Реал красиво. Ребята, это реалька. Что такое? Куда я лечу? А куда я лечу? Реал. Да. Низкая гравитация, супер прыжок, супер скорость, нинг-ску, да. Не понимаю, что это такое, конечно. Что это за портал такой? Это, наверное, портал в такую игру? Нет, я опять нажал на этот супер прыжок нечаянно. И так лечу. Да. И вот так вот мы стали от преступника до полицейского. Типа нас Барри уже не замечает. И это все. А в старом Барри нельзя было открыть эту дверь. Вроде бы, да. Здесь, кстати, лучший игрок. Это по времени прошел. А я прошел 23:05. Ну, потому что друга ждал, ну ладно. Ага, здесь у нас уже открылись входы, типа мы уже полицейские такие, еще с базуками. Давайте людей попробуем стрелять. Извините, люди. А я могу их? Они видят? Они видят! Они, кажется, а у них уменьшается жизнь. Я не знаю, конечно, уменьшается, но мы сейчас перейдем к заставке игры. Ну, где мы начинали, я вам покажу, что это за Барри Вонючка. Да, вот так вот. Ребята, у нас загрузка. И вот, я выбрал режим, и я не смог вам показать Барри Вонючку другого. Вот, смотрите. Вот, если вы хотите, мы можем поиграть в него. Да, мы можем в него поиграть. Это улучшенная версия. Просто. И здесь тоже есть. А, здесь только один уровень. Ой, а мы перешли к какому-то Алиен Базе. Похоже, к другому Барри Вонючку, но нам Барри Вонючки, но нам нужно перейти в начало. Итак, ну у нас опять это загрузка игры. Давай, пожалуйста. Быстрее, пожалуйста. Барри Вонючка, алло. Я слышу музыку. Но вот Барри Вонючку самого не слышу. А, не вижу. Вот. Да, мы закончили это видео. Но если вы хотите, мы можем поиграть потом. Да. В Барри Вонючку другого, да.
Хорошо, на... Ну, у него только одна сложность, это легко, в принципе, вроде бы, да? И вот, а у нас у Барри три сложности, да. Ну, ладно, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и жмякайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И всем пока-пока!